Приветствую всех любителей британского футбола на обзоре 24-го тура английской премьер-лиги. Начался тур с центральной встречи, в которой Лестер принимал Ливерпуль. До перерыва команды присматривались друг к другу, поэтому забитых голов зрители не увидели. Без забитых мячей прошла и первая половина второго тайма, но в его середине Мохаммед Салах точным ударом вывел гостей вперед. Спустя 10 минут Джеймс Мэдисон хитрым ударом со штрафного закрутил мяч в ворота и, никого не коснувшись, снаряд залетел в сетку ворот Алисона. А спустя еще 3 минуты несогласованность действий голкипера и новичка команды Азана Кабака позволили Джейми Варди беспрепятственно поразить ворота и вывести хозяев вперед. А все вопросы о победителе снял Харви Барнс, установивший окончательный счет встречи. Бернли активно начал выездную встречу на Селхерст Парк и уже к десятой минуте вел с комфортным преимуществом благодаря точным ударам Гудмунсона и Родригеса. А в дебюте второго тайма Мэтью Лоутон довел счет до разгромного, принеся гостям первую крупную викторию в сезоне. С тем же счетом Манчестер Сити на своем поле переиграл Тоттенхэм. В середине первого тайма Родри открыл счет ударом с точки, а после перерыва Илька Гюндаган оформил дубль, доведя счет до разгромного. Команда Гвардиолы оформила 11-ю победу к ряду, а беспроигрышная серия горожан достигла 15 матчей. Шпоры же потерпели четвертое поражение в последних пяти встречах чемпионата. Без голевой ничей закончилась встреча Брайтона и Астон Виллы. Главным героем встречи стал голкипер гостей Мартина, совершивший 9 сейвов, благодаря чему оформил 12-й сухой матч в сезоне. Больше только у Эдерсона, на счету которого 14 сухарей. Программу воскресных матчей открывала встреча Саутгемптона и Вулверхэмптона, которые играли между собой тремя днями ранее в рамках Кубка. Как и в кубковом матче, счет открыл Данни Ингс, отличившийся в середине первого тайма. Однако сразу после перерыва гости сравняли счет ударом Рубена Ренейвиша с пенальти. А в середине тайма португалец вывел на ударную позицию земляка Нету, который точным ударом принес победу волкам, продлив серию поражений команды Хазенхютля до шести матчей. Вестбромич сумел дома отобрать очки у Уже на 83-й секунде дрозды повели в счете после удара головой Диане. Перед самым перерывом гости сравняли счет точным ударом Бруно Фернандеша. Вторая половина встречи прошла в обоюдоострой борьбе, но забитых мячей не принесла, что отдалило команду Сульшера от первой строчки на 7 очков. На Эмирейтс Арсенал принимал лиц и довольно быстро повел в счете. 13-я минута стала несчастливой для гостей, когда Абамиянг точным ударом вывел хозяев вперед. Незадолго до перерыва Букайо Сака заработал пенальти и капитан команды удвоил преимущество канониров, оформив дубль. Но на этом события первого тайма не закончились и Эктор Беллерин забил гол в раздевалку, доведя счет до крупного. А сразу после перерыва Абамиянг оформил хет-трик, головой замкнув передачу Смита Роу. Но команда Бьелси не опустила рук и вскоре Паскаль Строек размочил ворота Лена, головой замкнув подачу Рафини с углового. В середине тайма Элдер Кошта помог команде избежаться разгрома, но на большее приезжей команды не хватило. Фулхэм прервал серию из 12 матчей без побед, переиграв на выезде Эвертон. Викторию дачникам принес новичок команды Джош Маджа впервые вышедший в основе. Сразу после перерыва нигерийский форвард открыл счет в матче, замкнув передачу земляка Айны. А в середине тайма удачно сыграл на добивание, принеся долгожданную победу команде Скотта Паркера. В понедельник две столичные команды одержали уверенные домашние победы, отодвинув действующего чемпиона аж на шестую позицию. Вест Хэм не оставил шансов Шеффилду, разгромив соперника с самым популярным счетом прошедшего тура. Счет в середине первого тайма открыл Деклан Райс, точно пробив с пенальти. После перерыва успех команды закрепил защитник Исадзиоп. А уже в концовке встречи крупным счет сделал Фредерикс, вышедший на замену незадолго до этого. Победа переместила малтобойца в зону Лиги Чемпионов, но всего на пару часов. Закрывала тур встреча на Стэнфорд Бридж, где Челси принимал Ньюкасл. Счет в матче открыл Оливье Жиру, заменивший травмированного Абрахама 10 минутами ранее. А незадолго до перерыва успех команды закрепил Тима Вернер, не забивавший в чемпионате аж с начала ноября. Победа позволила команде Тухеля подняться на четвертую строчку, опередив Вест Хэм по дополнительным показателям. В середине недели Манчестер Сити сыграет перенесенный матч против Эвертона и может увеличить отрыв от преследователей до 10 очков. Фулхэм сыграет в гостях очень важный матч против Бернли в надежде сократить отставание от спасительного 17-го места. Ну а в 25-м туре Дачников ждет не менее важная встреча с Шеффилдом. В центральной встрече тура Арсенал примет лидера таблицы. Немалый интерес вызывает еще ряд матчей. Астон Вилла будет принимать Лестер, Челси едет в гости к Саутгемптону. В мерсисайдском дерби Ливерпуль примет Эвертон, а в столичном противостоянии Вест Хэм сыграет с Тоттенхэмом. Напомню, что в первом круге оба дерби завершились результативными ничьями 2-2 и 3-3, соответственно. Как получится на этот раз, узнаем в ближайшие выходные. До новых встреч через неделю.